Братан, ты где сцыш? Адидас. Короче, стоит под деревом, тупо сцит почти в центре города. С камуфляжной сумочкой своей. Алкаш тупой. Спрыгуй. Я там трошки палец. Вы снимаете на YouTube? Да, снимаем на YouTube. Не знаю. Про воздух. Пробуй. Надо їх обхоплювати. Ти до тенсти не лазила? Лазила вже 100 років назад. Все. Бачиш, якщо ти десь там буде спасатися, вилазити. В якому-то місці будеш. Если ты будешь в какой-то ситуации, окажешься, в которой нужно будет выжить, ты не сможешь справиться с помощью своих рук. В мороз, значит? Да. Лучше потренируйся сейчас. Не можешь, я уже сломаю. Снимайте трики на больнице. Я с тобой говорю. Я не могу, как его обхопливать? Вот так? Попробуй. Давай подсижу то. Давай чуть-чуть подсижу. Не надо. Я ж сама перепрыгну. Мне ж тут ноги болять. Ну да. Сложно для тебя это испытание. Очень сложное испытание для Тани сегодня. О, давай, давай чуть-чуть, давай, давай, давай. Ну хоть бы метр. Таня сказала, что теперь пойдет в зал. Спецформу. Какую спецформу еще? Спортивную. Какую? Там волосины, маечку. Можно обычные спортивные штаны широкие. Фу, как лох, я не буду ходить в спортзал. Лучше семечки не чистить. Да, а галки, они чистят семечки, смотрите. Сейчас покажу, если получится. О, прилетіло інше. Виноград побачила, як я кидаю, бачила? Голубі, голубі. А голубі смішні. Смотрите. Це мені в руку дається вже. Чуєш? Шейка мягко. Защищают свою территорию, свои семечки. Те даже боятся подойти. Да. Прогнал. Ох, фикин. В клюве перья. Галка взяла семечку и там клюет, раскрывает ее, убирает шкарлупу и съедает. Умная птица. А голубь, ты что, голубь? Ты шкарлупой, да? Скорлупой как на русском? Скорлупа. С
скорлупа ест. Галка умная птица. Что, галки там ще щось думав? Ні. Ні? Це хороша галочка, одну черешню. Дай я подивлюсь гнилом. Галка, вона ще сімечки є, смотрите. Черешня. Боком так. Вона чувствує опасність. У них голубые глаза, как у ходоков. Малюточку такой, он вообще ничего не важит. Засунь его туда, чтобы не красил. Поешь туда. Таня пришла на свое любимое место лопать штуки. Здесь вот дроп такой, норшор дроп. Вот, да, вот. Если положить дверь какую-нибудь на приземление. Сможет ли она проехать? Я уже взяла. Первый! Girl. Хліб, сир та добре серце. Ось все, що потрібно добрій людині. А не м'ясо, да? Хліб і сир, все, що потрібно. В тебе є? Хто? Хліб і сир. Да. А доброго серця немає? Є. Чого? Я поганий? Так. А ви не кажете, що чоловік має забезпечувати жінку, і всякі такі. Може, не зря така, не бачиш, що це саме. Так. Голуб кормить голубку, і вона сідає, і він на них запрыгує. Я приехал два круга, впервые за всю историю трейла. Еле доехал, второй раз сил нет. Пацанчик не снял. Минус 10, просто я поэтому не хочу снимать. Я снимаю кого-то, не хочу, чтобы меня снимали, потому что никто не может снять, а ты стараешься. Зачем тогда снимать сейчас? На скорости. О, нормально. Как сейчас? О, так нормально. Уже лучше. Это неправильно. Чтобы толкнуться, контрклон, вот так. И тут отталкиваешь. Понял. Уже на скорости побольше, смотри. Езжаю. Отталкиваешь. Сейчас выезжаешь здесь, по верху, потом езжаешь вниз. И отжимаешься, отталкиваешь. Не срезай так угол резко, едь больше. О, уже лучше, намного. Вот это нормально было. Потому что парень ехал вот контрклон по низу, ехал, делал занос на тормозе, дальше раскручивался с нуля. Пацаны, сейчас я приеду, если вы не уйдете оттуда, получаете в голову кожен, поняли? Вы идиоты кончені, вы тупо заебали. Я тут строю, вы бегаете ногами, валюете. Це велосипедна траса. Нормально? Курва! Походу тебе ж то пронуло, Вован. Що пронуло, бо воно ж, блядь, не мазане. Візьми парафін в пацана і смаж. То об'єсть щось. Я
Вот, диви, лежить, бачиш? Ну, так, звісно, хорошо кататься. Ну, скейт-парк, бачиш, нічого не зробиш. Мозги торчать, йо, твою мать. Йо. Йо, може викрутити? Та нехай же. Хуя. Ти що, голоду, що? Що ти делаєш? Упала на. Що ти ламаєш? Вона, блядь, мішає на. Вона тіньок дає. Вона тіньок дає, Вован. Сука. Давай, короче. Ти вже візьми. Візьми цю доламаю цю, щоб уже витягну її, якщо вже ламаєш. Все. Помагай. Нам по стрит-зоні, Вован. Стрит-зони, походу, не буде. Не буде. Може, через пару років буде. Я щось сумніваюся. Вже якби мало тут лежить. Цікаво, чому ці півці проявляють свої способності 2 часа ночі, коли люди всі сплять, а не на сцені где-то. Может, из-за того, что у них там ничего не получается. А люди из-за них спать не могут. Настроили здесь. Вот вам и развитие спорта в Украине. На каждом углу барыжни.